Джимбар, воркаут, стрит-гимнастик – эти направления дворовых видов спорта получают все большую популярность, в том числе и в Славянске на Кубани. Здесь даже были проведены краевые соревнования по уличной гимнастике. С подробностями мои коллеги. Джимбар, воркаут, стрит-гимнастик, фристайл – это в чем-то похожие, но в то же время различные виды дворового спорта. Зародились они на улице. Для занятий, как правило, не требуется специальных спортивных площадок. Подойдут любые турники. Эти молодежные стили развивают гибкость, силу, выносливость. Для выполнения элементов требуется отличная координация движений. Keep an eye, keep it locked down. 26 апреля в Славянске на Кубани прошли краевые соревнования по воркауту «Живая сталь». В них приняли участие одни из самых сильных атлетов нашего края. Ребята из Славянского, Красноармейского, Мостовского, Абинского, Темрюкского районов, городов Краснодар и Новороссийск выступали в дисциплине фристайл. Их выступления были очень сложными и зрелищными. После выступления всех конкурсантов были подведены итоги соревнований. В достойной борьбе лучшими возрастной категории 14-17 лет стали Михаил Булучевский, Владимир Лисин, Владислав Дудников. В возрастной категории 18-35 лет победителями стали Николай Коротченко, Артем Жирновой, Антон Попов.